Не детские деньги детским представлением. 17 миллионов рублей из федерального бюджета получит детский театр Самарской области. Такая поддержка оказана региону впервые по программе «Провинциальные театры». Продвигать Самарскую область на федеральном уровне и использовать все возможности, которые предоставляет столица. Рабочие планы в Рио губернатора Дмитрий Азаров обсуждает с депутатами Государственной Думы. Необходимо грамотно расставить приоритеты и выбирать программы, которые можно реализовать в области. Депутаты соглашаются. Будем вместе работать и будем пытаться включаться в федеральные программы, которые будут. Мы делаем все для того, чтобы регион развивался. Дело вместе с вами, конечно. Депутаты Самарской губернской думы являются инициаторами ряда изменений в законодательстве Российской Федерации. Здесь наша совместная работа выстраивается. Такие решения таких проблем ставят и ряд министерств, и через Самарскую губернскую думу они обращаются к нам. И неважно, какое мы направление ведем, мы стараемся вот эти законопроекты поддерживать и в комитетах, их лоббировать, потому что они здравые. На встрече депутаты различных партий, но Дмитрий Азаров уверен, что совместной работе это не повредит, а даже наоборот. Множество мнений – более эффективные решения. Главное – договариваться и находить точки соприкосновения. По каждому направлению работы, принятых ранее решений, нам нужно очень внимательно посмотреть эффекты и оценить плюсы и минусы. Принимать решения популистские мы с вами не собираемся, да, только потому что вот у нас настроение такое, на сегодня, а завтра такое, не могут приниматься важнейшие решения. Каждому решению будет предшествовать очень серьезный анализ. В Рио губернатора настраивает участников встречи, как депутатов, так и министров региона, на сложную, но интересную работу. Марина Матвеевна, Константин Головин, «События».